Если у нас конструкция сломана, ребенок может выпасть, ребенок может перевернуться вверх головой. Вот. То есть это очень опасно на самом деле. Общественник Сергей Медведев качаться детям на таком аттракционе не советует. Крепление выломано, а от удерживающего устройства никакой пользы. Житель этого двора по улице 1 мая спешит указать представителям комиссии на другие недочеты. Вот горка, вот внизу неудобно. Видите, как скатывается там вот так вот. И сразу ребенок падает, получается. Если маленький лазит, он сразу падает, да. Это не сделали так, что не угубили ничего ее. Контролеры все замечания берут на карандаш и идут дальше. В соседнем дворе на Ватутина 42, кажется, вопросов к качелям нет. Зато специалисты обнаруживают другие нарушения. С петель не слетело. В управляющей компании будет направлено письмо. Тяжелая доска едва не придавила представителям комиссии ноги. Нарушения тут же заносят в протокол. В вопросах безопасности мелочей не бывает, а потому общественники готовы лично тестировать каждый аттракцион. То есть, когда мы вот так вот их считаем, чтобы ничего не выпадало, чтобы не было разъемных элементов. Здесь как? Да, нет, здесь все замечательно. Сотрудники полиции, общественники, представители администрации, управления образования сегодня отправились во дворы. В планах проверить 3 детские площадки на территории городского округа Первоуральск и 3 корта. Выход также у нас на Динос и на птицефабрику. Проверить, как в городе у нас вся готовность, и также безопасность проверить в поселках. Все нарушения должны быть устранены до 1 сентября. Предписание по недочетам на детских площадках получат управляющие компании. На кортах порядок обеспечивают представители учреждения «Старт» или управления образования. Проверить каждый объект комиссия не в состоянии, а потому просит горожан сообщать обо всех нарушениях. Отправить обращение можно в том числе в управление ЖКХ. Ситуация в городе с детскими площадками заметно улучшилась. Детских площадок много, детских конструкций много. Ну, соответственно, выявляются недочеты, недоделки, которые устраняются. Речь ведь идет о безопасности детей. Конечно, это надо делать заранее. То есть никогда что-то случится. Между тем, сообщения о детях, пострадавших на игровых площадках, периодически поступают со всех уголков Свердловской области. В апреле этого года в Екатеринбурге, например, 8-летний мальчик упал головой на арматуру. Первоклассник гулял на спортивном объекте вблизи школы. Спасти ребенка врачи не смогли. В Первоуральске активисты уже несколько лет проводят подобные рейды. Главная цель – избежать подобных трагедий. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.